Привет всем! С вами канал «Деревенские будни». И сегодня мы в городе Березниках. Заехали в ЦУМ, походили под ЦУМу. И рядом с ЦУМом, как она называется? Ледовый городок. Ледовый городок. И девчонок сейчас катаются. Мы решили немножко поснимать. Вот здесь вот такая елочка стоит, большущая. Различные ледовые фигуры. Вот такая вот здесь елка громадная, искусственная. Это ветки, не ветки, а просто намотаны, да? Ну да, они намотаны на этот, на корпус, на каркас. И просто такая вот елочка. Вот такая вот снегурочка с Дедом Морозом. Анюшка, давай. И вот такая большая горка здесь. Ледяной лабиринт. Катя, ты где? Иди туда. Ты там тихонько. Все, куда идти-то дальше? Сюда? Вот. Тихонько не уходи только, но скользко здесь. Вон там горка. Пошли, Катя, там покатишь. Вот там горка, да, горка, да. Что, пойдем на большую? А, пойдем вон на ту лучше. Да, пусть. Эти-то у нее рабочие штаны, и можно кататься. Да залазь. Ну давай, Катя, залазь и катись. Катя, вон туда залазь. Катя, вон туда, выше. Вон туда иди. Иди, не бойся. Поехали! Вот это да! Что, еще поедем? Ух! Такая вот здесь длинная горка, оттуда и до сюда. Идем смотреть снеговиков, вон там такие снеговики, 4 штуки стоят. Вот такие вот 4 снеговика стоят, сверкают все. Не знаю. Да. Вот тут такие вот олени стоят. И Катя вместе с ними, и мамушка вместе с ними.
вот, дорогие друзья, мы едем сейчас уже домой, выехали из Березняков. Сегодня у нас были деревенские будни, но они были не совсем деревенские. Они были полугородские, потому что мы ездили в Березняки. Здесь мы нашли все-таки штатив. Ну, заехали в один магазин, во второй. Посмотрели цены, что, сколько стоит. В общем, цены, конечно, разброс такой хороший в ценах, но и качество тоже оставляет желать лучшего. Поэтому взяли немножко такой нормальный, средней такой цены, но хорошего качества. Как бы нормально сейчас. Вот. Ну и зашли в ледовый городок, вы уже видели. Немножко так прогулялись. Катюха у нас покаталась в горке. Вот. В принципе, все, сейчас едем домой. Зашли, продуктов купили еще немножко. Ну и все, сейчас едем домой. На улице погода такая мерзкая почему-то. Мерзкая? А дождик идет. Видишь, дождик идет. Хорошо, ведь тепло на улице. Дождь идет. Снег лежит и дождь идет. Ну, не знаю. Здорово. Ну, как? Гололедица сейчас будет. Ого-го. Думаю, что оно для машины не очень-то, а так-то прикольно. Сейчас снег сырой будет и можно будет лепить что-нибудь. Горка у нас застынет, да? Съездили мы в Березняки, нашли мы все-таки штатив, вот такой вот, вот такая вот упаковка, ну такой небольшой обзор сразу проведем. Настя, подожди, не отвлекай маму. В общем, что тут говорить, надо просто показать. Сейчас я его открою. Вот в таком он чехле. Чехольчик удобный такой, нормальный. Даже клееночка есть. На, Катя. Ой, на-то, на клееночку. Так, максимальная высота 146 сантиметров. Минимальная высота 56 сантиметров. Масса килограмм 33, максимальная нагрузка 3 килограмма, то есть может 3 килограмма на него нагрузить. Сейчас я его продемонстрирую. Здесь такие вот клипсы есть, фиксирующие три ноги. Ну, это то, что я искал. Этот штатив мне очень нравится, и в работе он легкий, не тяжелый. Здесь затягивается. То есть вот. Затем здесь есть еще подъемчик. Во, высота вообще замечательная. Здесь есть уровень, два уровня. Один уровень на самом штативе, а другой уровень на выносной ноге. Вот здесь вот. То есть вот такая вот штуковина. Потом вот такой вот крепеж в камере сразу. Ну, это такой же, который мы у друзей брали у наших. Он такой же. В принципе, все. Ничего такого здесь особенного нету. Ну, теперь уже будет проще снимать. Ну что, друзья, спасибо, что вы были с нами, смотрели этот ролик. Ну, и до следующих встреч в следующем видео. Пусть Бог благословит вас всех. До свидания. Вот мы приехали, пошли сразу все работать по хозяйству. Кто-то яички собирал, кто-то сено таскал.
кто-то прибирался, кушать варили, у всех дела свои были. И Андрей вот убрал индюка последнего. Ну как последнего, он не последний. Там еще двое у нас остались, но они уже идут на племя. Вот. Я сейчас дообщипываю, вот тут уберу все эти перышки. И сегодня будем с мясом индюшиным. Там у нас два индюка, две семьи оставили. А этого вот будем кушать. Запекать его не буду целиком, потому что уже последний. Разрежу на кусочки и где-то в суп, где-то на второе, на котлетки, на это. Как мяском пожарю, может. Вот такая тушечка у нас получилась. Не взвешивала еще, не знаю, сколько он весит. Но килограмма, наверное, 4-5, я не знаю. Тяжелая, рукой-то одной тяжело поднимать. Ну, вот, как-то так. Вырежу, да, котлетки наделаю. Мяско, в смысле, вырежу. А карачачок сейчас сварю, супчик. Ну все.